Всем привет! Давайте сегодня приготовим вкусный салат с семечками. Для этого возьмем пекинскую капусту, мелко нарежем. В салатнице или широкой тарелке выложим первый слой из пекинской капусты. Далее возьмем желтый перец, нарежем на полоски, разрежем пополам. Возьмем красный перец, аналогично нарежем. Получим два разных цвета, желтый и красный. Поверх пекинской капусты выложим перец. Возьмем маслины, нарежем кружочками толщиной в 0,5 сантиметра. Половину маслин выложим поверх перца. Далее возьмем огурец, разрежем пополам, съем на четверть. Далее кусочками толщиной в 0,5 сантиметра. Огурец выложим в салат. Возьмем красный помидор, удалим попку, крупно нарежем, толщиной также где-то 0,5 сантиметра. Возьмем желтый помидор, аналогично нарежем. Помидоры выложим поверх огурца. Возьмем зеленый лук, мелко нарежем. Обсыплем луком помидоры. Зубчики чеснока раздавим, мелко нарежем. Или измельчим, используя пресс для чеснока. Чеснок также выложим в салат. В салат выложим вторую половину маслин. Возьмем сыр брынза. Разрежем его пополам и далее на небольшие кубики. Получатся вот такие небольшие кубики. Брынзу выложим в салат. В течение 2-3 минут обжарим семена тыквы. Семенами обсыплем салат. Возьмем лимон, нам понадобится половинка. Лимон выдавим в салат. В салат добавим растительное масло. Салат с семечками готов. Друзья, салат простой, но в то же время очень интересный. Готовится легко, а за счет сочетания различных продуктов очень вкусный. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Рецепты на Выбор, делитесь рецептом в социальных сетях, нажимайте на колокольчик. Всем пока, до новых встреч!